борьба с преступностью и бандитизмом. Есть приоритет действий правительства на текущий момент и на будущий год, для того, чтобы мы сконцентрировались в решении этой важной задачи. Отдельно мы сейчас приступаем к углубленному реформированию и усилению так называемого криминального блока национальной полиции. Работникам уголовного розыска криминального блока с 1 октября заработная плата повышается до 10 тысяч гривен, фактически вдвое. И мы считаем, что это очень важный фактор стабилизации кадров, потому что компетентный полицейский – это очень важный компонент нормального развитого общества. И я прошу всех поддерживать компетентного полицейского. Да, по сути своей работы полицейский сталкивается с грязью, с проблемами и с горем. И полицейские постоянно упоминаются в связи с теми и другими негораздами. Но каждый из нас должен понять, такова эта работа. И мы за эту работу взялись, за непростую работу. Поэтому мы меняем полицию, меняем от старой пост-януковичевской, постсоветской милиции к новой форме. Это не может пройти быстро, это не может пройти без ошибок. Но я перефразирую Вацлава Гавела и скажу, что лучше 5 лет изменений с ошибками, чем 50 лет стагнации. Вот такова наша реформа. Она не белая, пушистая, с ангельскими крылышками. Она реальная, и мы ее делаем. И надеюсь, что все это понимают и поддерживают.